Она не вернется, Борь. Ее сейчас увидит с этим морским коньком. Так что со следующего месяца начинаем репетиции нового номера. И кому я такая нужна? Мне. Живо! Снабженца моего арестовали за хищение в особо крупных размерах. А тот подонок, что жизнь нашу сломал, выпустили его. Валентина! Вызывай милицию! Убивают! Оба. Так откуда ты к нам? По комсомольской путевке. Ага. Что, так и написали? Иди в цирк говночистом. Ага. Почти. Так-так. Что? Опять одни кости тиграм на пожрать привезли? Точно. Если они так и дальше их будут кормить, то они скоро нас с тобой сожрут. Сейчас она, наверное, жаловаться побежит. Кому? Директору? Да он что может? Ты выше, бери выше. Я с ее мужем в психушке познакомился, да, да. Но я не псих. Я там просто лаборантом подрабатывал. Константиновский, слыхал, наверное? Не. Да что ты, он же великий дрессировщик. А в психушке-то чего? Так надо. Это как? Да он просто в прошлом году чуть одну сволочь на тот свет не отправил. Вот его как-то в психушку и... Давайте об этом потом. Нет, Борис Афанасьевич, это не просто кости. Это плевок мне и моим животным в лицо. Морду. Ну, сделайте что-нибудь с этими кровопийцами. Расстреляй. Где оно, быть оно неладно. Вот, смотрите. Хищникам отпущено. Ну-ка. Мясо третьего сорта. Нет, интересно. А если я на третий сорт буду выступать, они что со мной сделают? Ну, уволят же. Ну, уволят. А нужно вот этих бюрократов из госцирка увольнять, а еще лучше сажать всех, чертовой мать. Всех не пересажаешь, Марго. Костя был бы, он бы показал им. Простите, Борис Иванович. Ну, они скоро тигров на кукуруз переведут, а мы выступать с ними будем. Марго, ничего мы с вами не изменим. Молодой человек, а? Вас как? Крутов, Виталий. Виталий Крутов, возьмите лопату и со мной на арену. Борис! Позвольте. Ну, чем я тебя кормить буду, а? Ну, вот... Угощайтесь. Держите. Это домашний. Мне из Баку присылают. Держите. Ты кто? Держите. Я? Я говночист. Мишка Багдасарян. Меня Константин Александрович к вам на работу прислал. Помните? Нет. Ну как же? Ну я был санитаром. В психушке. А, ну если в психушке, то конечно. Вы ешьте. Ешьте. Это очень сладко. Это витамины. А то вы бледная. Как мышь. Ну или как мол. Моя бабушка всегда так говорит. Бледный как мол. Нахал-то. Мне Константин Александрович про вас очень много рассказывал. Это что, это Константин Александрович вам обо мне рассказывал? Но он говорил, что вы добрая. Умная, красивая, говорит, и не соврал. Угу. Сам в психушке ко мне санитара прислал. Узнаю, ну, да, своего мужа. А еще он говорит, хоть вы и
женщина, но наш брат. О. Да, и чтоб я за вами присматривал. Чего? Ну, помогал вам, когда вам трудно будет. Вот оно в чем дело. Ну, с кормежкой-то животных я и без санитаров разберусь. Причем так разберусь, что кое у кого аппетит вообще пропадет. Кстати. Да? Самсон? Вот-вот. Вот и правильно, правильно. Голодными не останетесь. Лис, слушай, а как наш Эддер-то похож на твоего Мишку? Пусть земля ему будет пухом. Да бог с тобой, подруга. Ну вот чё ты в черном все время? Не знаю. Мне цвет нравится, практичный. Хватит себя хранить. Пора возвращаться к жизни. Правда. Я уверена, Мишка бы тоже. Знаешь? Нет, за него. Скажи мне, если бы с Костей случилось, не дай бог, конечно, ты бы как дальше жила? Помидорку дай, пожалуйста. А ты знаешь, я об этом много думала. У нас же с Костей вроде как в сказке про Золушку, только после свадьбы. Никто же в сказке не знал, как оно будет после. А я знаю, они жили долго и счастливо. Я не хочу думать о том, как будет после. А я вот знаю, как оно потом. Ладно. Воспитатель из тебя никудышний. Пойдем, расскажешь, чего пришла. Сейчас я тебе покажу. Третий сорт мяса привозят. Вот смотри. Третий. Здесь вообще кости, без мяса. Вот здесь еще и гнилое было. Это я на фестивале цирков должна весь мир потрясти. А я извиняюсь, чем их потрясать буду? С голодными хищниками. Ну, это тебе к Микоян нужно. В Министерство торговли. Но он не любит, когда к нему свои с просьбами лезут. Ну, вот ты и обратись. Дело-то политическое. Вот ты еще поучи меня, что такое политическое дело. Тут такие политические дела творятся. Погоди со своим мясом, не до тебя. Знаешь что? Могла бы и помочь. Да? Слушай, а правда, Борис Афанасьевич, с Мишкой моим похож чем-то? Что-то есть в них такое одинокое, волчье. Да уж, волчье. Эдер сейчас вообще ходит мрачный, как берег. Молчит все время, не репетирует. Все одно делаю, все одно делаю. Ладно, Лис. Пора мне. Мне надо еще Костю успеть. Ой, погоди, я пирог передам. Слушай, его долго еще там держать надо? Ну, а что ты хотела? Он чуть ту сволочь на тот свет не отправил. Выпустим мы его из психушки. Скоро. Главное, чтобы поменьше народу знало, что он нормальный. Кто тебе сказал, что он нормальный? Все, пока. Пока. Вы фронтовик? А можно без реверансов, доктор? Да можно, конечно. Опухоль растет. Ну и что мы будем с ней делать? Оперировать. Пока не поздно. Мне нужно полгода. Вот выступим на международном фестивале цирков, потом я ваш. Вы сумасшедший? У вас тут бывает с другими диагнозами. Что это за фестиваль? Ну, у нас новый номер. Такого в мире никто не делал. Водная феерия. В цирке? В цирке. Надежда Ивановна,
Вам цирк важнее собственной жизни? Но это и есть жизнь. Товарищ Константиновский, к вам жена пришла. Идите. Доктор, убедительная просьба. Моей жене ни слова. Это тебе. Дося, ни в коем случае не открывай бабушкин шкаф. Они оттуда лезут. Юра, не нервничай. Я тут достал немного. Держи. Я достал немного гвоздей, заколоти шкаф. Вольно! Булагин, мы с женой подышим воздухом. Если меня кто спросит, сделай одолжение, не беспокой нас. Будет исполнено, Ваше Величество. Да ты с ума сошел. Как голова? А что голова? Ну, боли прошли. Ну, тебе же лекарства прописали. Да, да, лекарства прописали, боли прошли. А что вот это вот такое вот, Ваше Величество? Ой, доиграешься. А что, мои новые друзья, народ отзывчивый, веселый. А тут правда, а сколько с ума можно сойти? Костя, как я устала без тебя. Плохо без папки. Держи. Ой, нет, слушай, я лопну. Ну ладно. Я не могу, это я Васеньке, капитану отнесу. Из 8-й палаты что-то к нему давно никто не приходит. Слушай. Ну что, родная? Ну что? Надо номер отстраивать. Время идет. Надо животных к воде приучать потихоньку, конструкции придумывать. Ну, что я тебе говорю, ты сам все знаешь. А что, Борис? Поговори с ним, Костя. Серьезно с ним поговори. Он самоустранился, от него никакой помощи, один вред. Нервы мне треплет. Так. Главное, я с ним и так, и эдак. Он придет, посидит полдня на репетиции в углу и уходит. Ну, поговорю. Костя, я так соскучилась. Я тоже соскучился. Нету слов. Костя. Надо уходить, правда. Мне правда надо. Поговори с Эдером. Ладно, поговори. Но нельзя в такую трудную минуту так отдельно. Еще госцирк нам такое мясо привозит, одни кости. У нас звери голодные. Плохо. Разберемся. Правда, надо идти. Ну. Большая опухоль на всю голову, представляешь? А наш ты ему тебе говорит, милок, срочно операцию нужно делать. А он? А он, цирк говорит, для меня дороже жизни. Так вот. Батюшки, ну надо же. Да. Ой, такой молодой. Да. Ой, слушайте, еще один анекдот. Приезжает Хрущев на завод. Выступать, значит, перед рабочим.
Товарищи, говорит, мы с вами Америку скоро не только догоним, но и перегоним. Ну, да все аплодируют, все понятно. И тут, значит, встает один рабочий, говорит: Никита Сергеевич, извините, пожалуйста, догнать это хорошо, но, может, перегонять не будем? А почему? Так голую жопу видно будет! Ой, я не могу. А вот еще один. Приходит Хрущев в картинную галерею и... Это что? Что это? Маргарита Петровна, так сабантуйчик маленький, расслабляемся. Сабантуйчик, расслабляйтесь. Да. А у тебя в аттракционе все готово? У тебя готово все в аттракционе? Так... Что вы делаете, ребята? Вон отсюда! Вон! Работать! Черт возьми вас всех! Маргарита, да просто ребята посидели. Что случилось? Что с вами? Маргарита. Что такое? Борис Иванович. Ну? Ну? Так все плохо. Да что ж плохо-то? Плохо все. У Кости опухоль. Господи. Что? Что я могу сказать? Надо. Надо искать клинику хирурга. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Я без Кости жить не буду. Да погодите вы. Погодите его хоронить. Все, все. Что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем. Борис Афанасьевич. Это ж надо так за корм убиваться. Надо с этим что-то делать. Да ладно, Мишань, подумаешь, тигров кормят плохо. Ты лучше это, анекдот расскажи. А, ну слушай, Хрущев приходит на выставку картин. Ходит, смотрит, возмущается. Это, говорит, что за херня черная? Ему говорят, ты ж черный квадрат Малевича. Да, тоже мне намалевал. Ну, идет дальше, смотрит, говорит, что за уродина синяя? Ему говорят, это обнаженная фалька. Да, кому эта валька нужна, мол? Ну, идет дальше. Вдруг резко останавливается. А это что за жопа с ушами? Так. А ему говорят, это зеркало, Никита Сергеевич. Понял? Понял. Совсем совесть потеряли. Кто? Да кто-кто? Ворюги эти из госцирка. Теперь она точно жаловаться пойдет к знакомой своей. Это куда? Да, куда? В Министерство культуры, есть у нее там знакомая. Ну, это хорошо, когда такие друзья знакомые имеются. Подожди, что там, Микоян? А, чего? Да не, ничего. Я так... Микоян. Хорошо. На, пойду. Схожу-ка. Вот, спасибо. Михаил Шотыч, а куда вы такой нарядный? Свидание у меня. С кем? А это, Люба, большой секрет. Буду яишенку и чаек. Хорошо. Да-да-да. Ну, куда это? Так вырядился, а? Да дело есть. Потом расскажу. Доброе утро, Борис Афанасьевич. Здорово, Миша. Любаша. Да. А пирожки у нас с ливером есть? У нас все есть. Я возьму. Да-да-да.
Любань, спасибо. На здоровье, Борис Афанасьевич. Тебе приглашение особое нужно? Я уж не знаю, что делать. Давай, давай, Ахилл, вперед. Давай, сюда. Вперед. Давай. Ты меня слышишь? Куда ты смотришь? Что там? Сюда смотри, вперед. Иди сюда, иди, я сказала, смотри. Видишь? Ап. Чего не хочешь? Смотри, ап. Давай, давай сюда. Вперед, куда смотришь? Вперед! Вперед! Ахилл, это безобразие! Ахилл, второй час с тобой здесь уже борюсь. Давай уже. Давай, давай, все равно не уйдешь. Не уйдешь, пока не прыгнешь. Давай. А, вот так, да? Значит, пойдешь. Сейчас я тебе скажу, куда ты пойдешь. Домой. Домой, я сказала. Домой. Домой. Отдает, а? Нет, вместо того, чтобы отсюда сюда, он туда, а? Дрянь такая. Фух, издевается просто. Что случилось? Издевается, Ахилл, просто издевается. Неделю уже. Бесполезно. Я ему одно, он другое. Не с тумбы на тумбу, а в другое место. И дождется еще, пока я отойду домой, посылаю, он прыгает. Сволочь. Фу. Ну что, Борис Афанасьевич, аттракцион на фестиваль будем когда продумывать? Тигров же к воде приучать, это не два дня. Это еще придумать, как сделать надо. Маргарита, мне сегодня некогда. Понятно. Надо уехать, срочное дело. А, вот еще что. Телефон нейрохирурга, ну, который спец по мозгу. Ждет вашего звонка. Спасибо. Спасибо, Борис Афанасьевич. Булыги не хлопочи морды, ну, проще, расслабь, ты же римский патриций, ну. Ну, точно, этот самый патриций. Вчера Люське хотел сказать, до слова забыл. Руку подними. Юр! Юр! Булыгин, отдыхай. Юрочка, ну, чего ты? Горько, ты мой хороший. Ну, смотри, Юрочка. Ты мне подумал, что ты умрешь. Юрочка, ну, все умрем. Не расстраивайся. Нет, ты умрешь совсем молодым. Да? Ну и слава богу, значит, не дряхлею. Какой ты мудрый, Костя. Так, что происходит? Опять 25? Булыгин, отстань. Ты видишь, все прошло. Да, Юрочка? Вот в прошлом месяце про потоп. Выл, выл, пока мою деревню дождями чуть не смыло. Мать написала. Ладно, ребята. На сегодня сеанс закончен. Мне поработать надо. И вам, кстати, на процедуру пора. Юр, давай пойдем. Я что, один за потоп отвечаю? Давай, давай.
Была б моя воля, я бы этому коньяку и докторской госпремию дал. Заслужили. Докторская. Прекрасная идея. Я скоро с ума сойду. У нас есть кто-нибудь приемный еще? Есть. Парень какой-то. На 11 часов записался по национально-политическому вопросу. Это как? Не знаю, он через общую приемную записывался. Я давно говорил, что через нее идут одни идиоты. Ну, идиоты, не идиоты. Зови. Угу. Сучат, забери его из этого проклятого цирка. Эти звери, тигры его просто сожрут. И всегда прибавляй, ведь он у нас такой красивый и упитанный. Ну, спасибо, земляк. Ну, уважил, уважил. Вам спасибо, уважил. Анастас Иванович, что вы меня приняли. Ну, как я мог не принять внука дяди Арама, сапожника с Каспийской набережной? Ступай, сынок, с миром. А тиграм твоим завтрашнего дня по моему личному распоряжению будут привозить лучшее мясо в стране. Спасибо. Спасибо, товарищ министр внутренней и внешней торговли. Спасибо. До свидания. До свидания. Андрон, да? Запиши приказ. Директору госцирка, как там его... Я выясню. Хищникам Маргариты Назаровой поставлять мясо первой, высшей категории. Хорошо. И проконтролируй. Проконтролирую. А в общую приемную не идиоты идут. Правильно записали. Приходил по национально-политическому вопросу. Вот список всех ваших циркачей, которые изрядно веселятся над трудностями нашего государства. Начиная с уборщиков и заканчивая вашими друзьями-дрессировщиками. Разве ли тут понимаешь? Что за тон? Забывайте, с кем говорите. Да нет, уважаемая Елизавета Никитична, это вы, по-моему, забываете, где находитесь. И почему здесь находитесь? Ты мне своими анонимками в лицо не тычь. А кто сказал, что это анонимка? Это рапорт, важный документ. В общем, так. Я вынужден доложить на самый верх о той вольнице, которая царит среди ваших цирковых друзей. И о той странной истории с Константиновским. Ну и что, молчим? Вы уверены? Ни в чем нельзя быть уверенным, если речь идет об операции на мозге, дорогая Маргарита Петровна. Так что же делать-то? В Германии существует методика безоперационного лечения опухоли мозга. Я скоро буду на семинаре в Берлине. Заодно и проконсультируюсь с коллегами. Профессор, я вас умоляю.
Я вас... Не о чем пока умолять. Чем могу, помогу. А там... Там уж как Бог управится. Пока просто соблюдайте режим. Ограничьте его в нагрузках, в любых, и физических, и умственных. Я его ограничу. Спасибо, доктор. Прощайте. А Борису мой большой привет. Я очень надеюсь. Да, заварила ты кашу, Лизавета. А что мне осталось делать? Посадят Константиновского, Назарова тут же выйдет из строя. Чего хорошего? В общем так, дрессировщика из психушки выпустить, отправить на работу. У них и так мало времени осталось для подготовки к фестивалю. И пусть только обосрутся мне! Одни стукачи кругом. Плохо это кончится, понимаешь? Чё смотришь-то? Это наверняка кто-то из своих близких. Как паутина. И что самое страшное, начинаешь всех подозревать. Всех! Ну ладно, Лизавета. Ты иди. Иди работай. Иди. Мне тоже работать пора. Никита Сергеевич. Спасибо. Да не за что. Назарову предупреди. Пусть поменьше болтает, если и дальше хочет быть принцессой цирка. Так точно. Побежали, побежали, побежали! Кость! Да? Костя! Лёшка, давай... Кость, дай сторону. Мне Лёшу! Побежали, побежали! Ну, дай сюда! Поставь его, ну, Кость! Что, мать? Да я ну, тебя перестань, могу! Перестань, что ты делаешь! Ну-ка, сынок, давай! И... А? Опа! Мой хороший! Ну что? Нормально, да? Мой хороший. Лодку хочешь посмотреть? Да. Молодец. Люб, Люб, покажите Лёше лодку. Обязательно. Ладно? Вот там вот. Отдохни. Ну ладно. Что это? Ладно. Предложение хорошее. Спасибо, Лиз. За что? За мясо. Моим котам такое мясо привозят, сама бы ела. Маргош, я ничего не делала. Ну, либо я до прокурора достучалась, либо до Бога. Ты чего такая, как туча? Пойдем, поговорить надо. Все-таки я удачно сходил. Ну, гляди, вот они, камушки. Ага. Ой, а хорошо. Я еще одну дровеняку нашел. Держи. Ой. Слушай, Виталий, ты еще камушков-то принеси, а то маловато их, не прогреются. Ага. Так. Хорошо. А то. Борис Афанасьевич. Оу. Можно вопрос? Валей. А вы что в КГБ делали? Не понял. В каком смысле? Не, ну я вас просто там видел. Я на остановке стоял, а вы выходили оттуда. Да ну тебя, Мишка. Чего? Фантазер. Обознался, наверное. Перепутал. Наверное, перепутал. Мишаня, ой, вот такие камушки. Да тащи уже давай. К вечеру не управимся. Давай. Опа. Опа.
Ага. Ай, хорошо. Не знаю. Я не знаю, кто стучит, но... Боже, кошмар. Угу. Мои самые близкие люди. Что происходит, Лиз? Ой. По большому счету, я и этого не должна была тебе говорить. В общем, Маргош, смотри в оба. Все одно к одному. У Кости это беда, Эдер самоустранился. Аттракциона сногсшибательного нет. Mm. Но нет. Еще стукач появился. Бросить все. Уехать к... Куда? Куда от себя уедешь? В общем, никому ничего не говори. Даже Кость. Да, понятно. Слушай, переварить надо это все. Вернемся к нашим. Нет, я на воду хочу посмотреть. Давай. Давай. Давай, давай. Барьеру. Парни. Всегда готов. На счет три. Раз. Ну, давай, два. Давай. Три. Дави. Любасик, давай, Фимасик. Ух ты, о. Давай. Давай! Учись, студент. Туда. Но шанс был. Но купаться я люблю больше. Ой, хорошо! Давай, Мишаня. Вперед! Даю! Ты что делаешь? Да ладно тебе. Кретин. Реванш в воде. Виталя. Ну ладно тебе. Любик. Любик. Айда сюда! Не отдам. Ну-ка, дай сюда. Не отдам. Никто не разрешал тебе трогать мои вещи. И вообще, чего прячемся. Маргушка, ну-ка иди сюда. Что там? Кто? Что случилось? Что? Кто обидел? Чего такое? А?
Ну? Не отдам. Честно. Не отдам. Ну все, ну все, ну все. Тихо, 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 тихо. Все. Все. Ну, Пилюлькин, вот вернусь, башку откручу. Я обещал молчать. Это не он. Я услышала, няньки у подъезда разговаривали. Залез через окно, собрала твои снимки. Я отвезла их хирургу, другому хирургу. Так. Он сказал, что в Германии такие опухоли лечат без операции. Эх ты, воришка ты мой. Ну, все, все. Ну, ты видишь, как все замечательно складывается. Мне же теперь нервничать совсем нельзя. Ты же теперь меня будешь слушаться. Ты же не будешь мне перечь теперь. Это же мечта, а не жизнь. Кость, ты идиот. Вот ты правда идиот. Вот это не шутки уже сейчас. Это реально серьезно. Не ссы, котенок. Мог распать. Ну-ка, иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Что ты делаешь? Сейчас, сейчас. Ну, тихо, ты тихо. Нормальный. Что, ну, что ты сейчас делаешь? Сейчас увидишь, что я делаю. Ну, что ты делаешь? Я ну, Костя, я делаю. Серьезно поговорить хочу. Сейчас у меня все узнаешь. И вот этот геолог оборачивается и видит тигра. Тот, в свою очередь, видит проявленное к нему внимание геолога. Такой. И делает так. Ой, мама моя. Что на языке тигра означает, давай поиграем. Но геолог-то не знает. Да. Не надо меня так смотреть, Борис Афанасьевич. Я женщина одинокая, могу отозваться. Правда? Кость, надо серьезно что-то делать. Где мы и где Германия? Надо работать и работать, и еще раз работать. Аттракцион надо готовить, зверей надо новых искать, инженеров. И худеть, мать, надо. Что? Что? Килограмма полтора ты лишку набрала? Что это такое, пока меня не было? Ничего, пару дней тебя погоняю, все пройдет. Пошли, я тебе сейчас такое покажу. Я все продумал. Устройство бассейнов, фонтанов, твой костюм и все зарисовал. Пошли. Чего? Пока я жива, даже не думай. Ух ты! Так что там с костюмчиком? Ого-го-го-го, какой у тебя будет костюмчик? Ого-го-го-го, какой. Да? Да ты что? Куда я тебя отпущу? Отпусти меня, все, тебе вредно. Куда? Нет, сидеть, нет, 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 я сказал. Гость, ну перестань. Пойдем к тебе. Ты знаешь, мне однажды кто-то такое уже говорил, и потом кто-то нашелся. Интересно, кто найдется на этот раз? А я и не думал теряться. Борис, Борис, мне на работу рано, и вообще наступит утро. Не говори, что это несерьезно, и мы ошиблись.
Наступит утро, и все изменится. Я взрослый. И знаю, что серьезно, а что нет. Пойдем. Ну что, тварь, а? Я тебя сейчас в санаторий здесь устрою. Еще встал, котяра? Давай, шевелись. А? Ну, давай. Вы что себе позволяете? Теперь я понимаю, почему себе животные ведут так странно ваше присутствие. Сейчас я тебя скормлю, ради. О! Ну и дурак ты, дядя. В следующий раз думай, на кого руку поднимаешь. Уволен. Не ты ставил, не тебе и увольнять. Порш. Рано. Закрыты мы еще. А который час? 10. А где все? Добрый день. Здрасте. Говорят, тигры всю бухгалтерию сожрали. Господи, боже мой.